Территория летней базы детского дома «Планета». Сейчас здесь расположились ребята, которые в течение учебного года занимаются в различных кружках Центра дополнительного образования. Центр дополнительного образования детей совместно с Ассоциацией скаутов Ульяновской области ежегодно проводит ряд больших летних программ и мероприятий. Это и палаточные лагеря, и полевые выходы, и различные походы выходного дня. Полевой выход – это несколько дней, проведенных с пользой вдали от города. Каждая смена профильная. У нас несколько таких программ предусмотрено. Это полевые выходы «Покорители вершин», «Я лидер», «Я скаут». И также вот только что закончился у нас хакатон «Технодром». Задача этих выходов – показать детям возможность жить на природе, подготовить их к проживанию в палаточном лагере. И не только к проживанию. К примеру, ребята из сегодняшней смены робототехники устроили настоящие футбольные баталии с помощью собранных ими же роботов. Я приехал сюда уже второй год. Мы тут играем в разные игры, строим роботов. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.